В Одесской области прошли испытания новой крылатой ракеты. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке. Ракета успешно прошла огневые испытания, поразив цель на расстоянии в 100 километров. Это новейшее оружие может уничтожать любые морские и наземные цели и укрепит оборону Черноморского и Азовского побережья Украины, написал глава государства.